Продолжаем выпуск. Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, в Баксанском районе на вершине одного из горных холмов в 3 километрах от селения Заюково обнаружен схрон с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Тайник представлял собой пластиковую бочку объемом 250 литров, зарытую в землю на глубину 2 метра. В ней находилось 15 самодельных взрывных устройств мощностью 6 килограммов в тротиловом эквиваленте, 4 автомата Калашникова, пистолеты, более 200 единиц боеприпасов, значительное количество медикаментов и 2 комплекта обмундирования для сотрудников спецподразделений. Тайник принадлежал нейтрализованным в сентябре прошлого года членам незаконных вооруженных формирований, в число которых входили 4 бандглаваря, виновных в многочисленных преступлениях террористической направленности. Необходимо отметить, что только за истекший год сотрудниками правоохранительных органов на территории Республик Северного Кавказа были обнаружены и ликвидированы сотни бандитских тайников, баз и схронов, в большинстве из которых находилось значительное количество оружия и боеприпасов.